знаете, я недавно читал «Поучение Птахотепа». Это древнеегипетское произведение из разряда дидактической литературы. То есть дидактическая литература – это литература, которая направлена на то, чтобы научить человека, ну, правильным принципам морали, мышления, поведения. «Поучение Птахотепа» было написано примерно 4000 лет назад. Довольно-таки очень древнее произведение. И знаете, что мне бросилось в глаза? Мне бросилось в глаза то, что там было поучение, которое направлено на то, чтобы научить человека правильно относиться к слухам. Там такое вот древнеегипетское слово, которое можно перевести на русский язык как слухи, сплетни. Но у нас есть, конечно, различие большое между слухами и сплетнями. Хотя, если взять так, обобщить, то, в принципе, одно и то же. Но суть в том, что имеется в виду под этим какая-то информация, которая... Ну, во-первых, человек, который передает эту информацию, он ее сам лично не видел, то есть не видел это происшествие, какое-то действие или событие, он просто о нем, может, слышал или догадывается. Вот. И также второй момент – это то, что человек ее не проверял. То есть он не удостоверился, является ли это истинным или нет. И таким образом он просто рассказывает другому человеку эту информацию. Так скажем, передает ее дальше. И вот Птахотеп говорит, что этого делать ни в коем случае нельзя. Интересно будет, правда? Сюда. Птахотеп говорит, что если ты не был очевидцем каких-то событий, возможно, это связано с какими-то персональными данными какого-то человека, то есть информация о личной жизни или каких-то личных поступках какого-то человека. Возможно, этот человек может быть, конечно, и, скажем, ну, президентом, занимать какую-то высокую должность. Или же этот человек может быть какой-то твой родственник, друг, сосед. Так вот, Птахотеп говорит, если ты лично это не видел, то значит, ты не должен передавать эти слухи другим, и даже нежелательно это и слышать, так скажем. Относись, то, что ты лично не видел, относись к этой информации так, как будто ты никогда и не слышал ее. То есть вообще не воспринимай, не бери во внимание. Не видел лично, не слышал. Забудь за ней и не говори. И далее Птахотеп говорит, но если ты будешь это делать, передавать такую информацию, то попадешь под осуждение закона. Судя по всему, в Древнем Египте были законы, которые имели уголовные статьи для наказания людям, которые делали это. Сейчас сложно это, конечно, проследить, потому что много времени прошло, много чего утрачено. До нас дошли лишь небольшие фрагментики каких-то поучений, текстов. И знаете, я когда прочитал, я над этим задумался. Я решил посмотреть в другие древние источники, ну, в частности, священные писания, что там говорится о слухах или сплетнях. В частности, я рассмотрел, значит, священное писание иудеев, которое называется Танах. Там говорится, что вот слухи – это как
лакомство, как что-то сладенькое, приятное очень для людей. Люди любят послушать вот такие вот слухи, то есть информацию такого рода. Люди любят послушать, любят рассказать. Это очень приятно делать, отмечается в этом писании. И что это входит вовнутрь человека. Вот. Слова, передатчики слухов или сплетен, или другими словами, сплетник, слова сплетника, как лакомство, которое входит вовнутрь чрева слушателя. Отмечается такой момент, что это вообще-то очень приятно. Вот. И далее там говорится, что если ты услышал что-то плохое, то ты пойди, тщательно исследуй, проверь, изучи и установи, точно ли это так. Если это действительно истина, тогда ты можешь как-то действовать. И опять-таки, действовать как? Говорить это всем? Нет. Действовать так, чтобы исправить это. Тоже довольно-таки серьезное отношение вот к слухам, к сплетням. Услышал, проверь. Если это действительно так, подумай, как это исправить. Если ты не можешь это проверить, не воспринимай. Тоже вот в древности, судя по всему, присутствовал вот такой взгляд на слухи, на сплетни. Негативный, так скажем. Знаете, я заглянул и в Коран, в Священное Писание мусульман. Там тоже, кстати, есть тексты, которые касаются именно этого момента, этого вопроса, слухов, сплетен. Но смысл данного текста из Корана выглядит следующим образом. Не слушай передатчика. То есть ты встретил какого-то человека, друга, я не знаю, он тебе рассказывает информацию. Слухи рассказывают, которые не проверенные, не подтвержденные, не увиденные, услышанные только. Так вот, там говорится, не слушай слова этого передатчика, чтобы ты потом не сделал то, за что будешь потом жалеть, что ты это сделал. То есть ты можешь сделать или подумать, или сказать нечто, что-то, за что ты будешь потом раскаиваться и жалеть. То есть можешь по своей, так сказать, доверчивости, горячности, или, может быть, легкомыслию наговорить, наделать много каких-то дел, слов, услышав эту непроверенную информацию. И через какое-то время ты можешь об этом жалеть, даже будут последствия в твоей жизни. То есть там есть такое вот предупреждение, что это не полезно, это даже опасно и вредно делать. Знаете, мне стало интересно, а что говорят вот современные источники, современные учителя, так скажем, нравственности, морали, психологии, как они смотрят на этот вопрос? Ну, в частности, я нашел некоторые труды современных психологов. Так вот, психологи говорят, что слухи или сплетни – это вообще-то хорошо. Современные психологи. Как это ни странно, правда? Древние люди на это смотрели отрицательно, а вот в наше время, причем это недавно совершенно, в наше столетие появились психологи, которые говорят, что сплетни и слухи – это хорошо. И они говорят, что сплетни и слухи, они, так сказать, сближают людей, налаживают коммуникацию, общение, формируют какие-то группы по общим интересам. И таким образом это хорошо для развития социума, социальных связей. Ну, не знаю, как вам, мне как-то оно немножко смешно звучит. Группы по общим интересам, по общим сплетням, да? Вот. И вот у меня возник вопрос.
все-таки как же правильно относиться и поступать в отношении слухов. Посмотрите, сейчас вот слухами просто заполнено все информационное пространство. Социальные сети, средства массовой информации, всякие политические обозревания. Очень много слухов, догадок, информации. Вот. Мы просто окружены этой информацией. Более того, не только, так скажем, СМИ нам преподносят эту информацию, интернет и социальные сети, но и ближайшие наши друзья, родственники, товарищи. Наше социальное окружение тоже нам передает эту всю информацию. Где-то услышали, посмотрели на Ютубе, почитали в социальных сетях, посмотрели там какие-то средства массовой информации. И вот уже пошло и поехало. Рассказывают, передают дальше. Вокруг нас много этого всего. И оно стремится нас наполнить. Как нам к этому относиться? Либо как древние учат, то есть идти путем древних, или же, вот как современные психологи говорят. Я над этим задумался и хочу поделиться с вами своим мнением. Я, конечно, не хочу вам навязать его, так сказать, заставить или сказать, думайте, как я. Но мне кажется, что мое мнение правильно. Ну, наверное, это не только мне кажется. Каждый думает о своем мнении, что он прав. Но, тем не менее, на мой взгляд, мое мнение основано на позиции древних людей. Я как-то ближе вот к позиции древних. И мне кажется, что в этом есть здравый смысл. Так, ребята, мне нужно здесь перелезть, чтобы отсюда выйти. Сейчас я перелезу, и мы продолжим. Знаете, ребята, на мой взгляд, правильно вот относиться к подобной информации следующим образом. Если мы ее не можем проверить или не были очевидцами, ее не стоит просто воспринимать вообще. И тем более кому-то о ней рассказывать, передавать ее. Почему? Потому что зачастую эта информация, она негативного порядка, так скажем. Очень мало такой вот правильной, позитивной информации, мало хороших слухов, так скажем. А много негативных слухов, которые, эти слухи, они чернят, значит, других людей, чернят там, не знаю, какие-то события и прочие вещи. То есть, и представьте, вот эта вся чернота, причем она непроверенная, неувиденная лично, она входит в наш разум, в наши мысли, и она нас разрушает просто-напросто. Просто-напросто разрушает. И из-за этого мы начинаем, ну, во-первых, неправильно рассуждать, неправильно мыслить о другом человеке или о каких-то событиях. И мы даже можем участвовать в каких-то нехороших действиях, несправедливых действиях. Причем мы можем этого даже не понимать. Эта информация может нас настолько ослепить и оглушить, что мы будем считать, что все правильно. Поэтому я думаю, что нужно пропускать это все мимо ушей. А если уж что-то так вот хватает, соседца, так скажем, то надо проверить это все. Попробуй проверь, установи, исследуй. Может даже поедь на то место, расспроси очевидцев, поговори. И только потом сделай окончательный свой вывод. К такому выводу я пришел. Хотя, знаете, вот в наше время это очень сложно все сделать. Потому что сейчас время информации. Она вокруг нас. Везде.
И очень сложно ее игнорировать и закрывать просто глаза на нее. И посмотрите вообще-то, сколько сейчас споров разных. Это вот информация непроверенная, информация слухов. Она порождает, там психологи говорят, что она как бы объединяет группу людей. Да, она объединяет. Но она потом, эта информация, эти группы сталкивает между собой, сеет вражду в них. И эти группы просто воюют друг с другом. И даже доходит вплоть до физической бойни там и даже и смерти. То есть это все очень серьезно, ребята. Тем более древние говорят, что за эти дела есть суд Божий. Тоже. Сказано, что за каждое слово человек даст отчет пред Богом в день суда. Тоже это довольно-таки серьезно. Посмотрите, интересно, здесь вот под горой кладбище. А вот сама гора с замком. А там вдалеке вот видно дворец. Тоже такой же древний, как этот замок. Причем в свое время он был очень роскошный. Сейчас мы попробуем его посетить тоже, походить по нему, посмотреть, что там к чему.